приветствую всех на своем канале «Письма со всего мира». Письмо из России. Давно уже, да, не получали. Из Санкт-Петербурга. И заранее прошу меня простить, я его уже открыла, потому что... В общем, в тот день, когда я его получила, я была жутко уставшей морально и физически. У меня было судебное заседание, и оно вот так вот лежало. Я смотрю, из Санкт-Петербурга, наверное, кто-то из моих друзей, типа, отправил. Я такая, вообще не думая, так быстро вскрыла, потом только посмотрела, что, ну, моей рукой написан мой адрес, и я поняла, блин. Вообще на автомате, я не знаю. Ну, в любом случае, давайте уже посмотрим, кто же там. И я была, честно говоря, удивлена. Посмотрите. Я думаю, что все вы узнали актрису Алису Фрейндлих. И для меня было неожиданностью получить письмо именно сейчас, потому что, насколько я помню, я писала ей в 2017 году, отправляла письмо прямо из Санкт-Петербурга. Я была тогда, в общем, с друзьями встречалась и решила пару писем отправить из Санкт-Петербурга, то есть опробовать российскую почту. Спойлер, мне не понравилось. Вот, и именно тогда было отправлено это письмо. И когда я видела, что данная актриса отвечала кому-то еще, тем, кто писал ей раньше меня, я подумала, ну, значит, мне не ответила. Ну, окей, ладно. Писать повторно я не буду, потому что, ну, не хотела. Вот, и сейчас я просто удивлена, что она ответила. Вот такая вот ее подпись, просто подпись, ничего, ни имени, ни пожеланий, просто подпись. Тут у меня уже закрадываются мысли, а она ли это подписала? Так что русским актерам я пишу крайне редко и... Ну, как бы, все, кому я хотела написать, я уже написала практически. Вот, и, ну, поэтому я не могу с уверенностью сказать, что разбираюсь в подписях. Вот, но вроде бы такая, как вот я видела у других недавно получивших. Вот, но не уверена. И я не помню, я отправляла то ли две фотографии, то ли одну. Ну, давновато было. Поэтому ничего вам по этому поводу сказать не могу. Вот, но в любом случае я очень рада, что актриса мне ответила. Естественно, я просто обожаю «Служебный роман». Этот фильм можно пересматривать вечность просто. И никогда не надоедает. Просто вот культовое советское кино и культовые актеры и вообще замечательные просто актеры. И, ну... Это можно бесконечно нахваливать и актерскую игру, и вообще сюжет, и в целом актеров, потому что, ну, такие актеры, они живут в сердцах, они, ну, годами просто. Вот, даже после своей смерти они будут оставаться вот навсегда, вот в памяти людей, я считаю. Ну, пока что об этом рано говорить, вот, в случае Алисы, но... Я очень-очень довольна, что она все-таки ответила. Хотя, ну, не знаю, ребят, как вы думаете, она подписала или кто-то другой? Ну, мне бы хотелось верить, что именно актриса подписала мне эту фотографию, потому что, ну, я все-таки еще верю людям, вот, в порядочность людей. Вот. Ну, круто, я очень довольна, что спустя вот сколько, 17, ну, практически 3 года. Вот, получила ответ. Очень круто. Здорово. Спасибо. Ну, на этом все. Буду закругляться. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу. Пока.